В тюрьме Аль-Куйфия в ливийском Бенгази вспыхнул бунт. Сбежали около 1200 заключенных. Среди них и обычные уголовники, и те, кто был связан с режимом Муаммара Каддафи. Пограничники уже получили списки с именами беглецов. Премьер-министр Ливии также распорядился закрыть границу с Египтом. Это воспрепятствует бегству из страны арестантов, а также виновных в убийстве известного политического активиста и адвоката Абдесаляма Аль-Мисмари. Его застрелили в минувшую пятницу. В субботу прошли похороны активиста. Выразить возмущение его убийством на улице Триполи и Бенгази вышли тысячи ливийцев. В Бенгази манифестанты атаковали представительство ливийских братьев-мусульман. Абдесалям Аль-Мисмари был ярым противником исламистов, заметно усиливших свои позиции в Ливии в последние 2 года. По всей стране разлетелась его резкая реплика: «Политика Ливии девственница, и братья-мусульмане хотят над ней надругаться».